Приветствую вас, мои прекрасные зрители! В этом видео я хочу поделиться с вами своими бюджетными находками на платформе «Все за $1.99». Но эти вещи стоили немного дороже. Некоторые вещи стоили $2.60, а некоторые $3.50. Первая на обзоре – прекрасно упакованная вещь. Эти замечательные брючки станут отличной одеждой для дома, а еще в них будет удобно и комфортно ходить на пляж. Брюки продаются в одном размере, подойдут от размера S до размера L. Ткань тонкая, тактильно приятная, не просвечивает, расцветка пестрая. Мне нравится цвет и принт, принт четкий, яркий, нанесен качественно. Брюки пошиты хорошо, строчка ровная, резинка широкая. Есть бирка с составом ткани, ткань 100% вискоза. Мне понравились штаны, в них удобно, они стоили $2.60. А далее в распаковке шорты. Заказала их мужу в размере 5XL, шорты стоили $2.70. За эти деньги они были представлены к продаже только в черном цвете. Ткань тактильно приятная, скорее всего хлопок, состав на бирке не указан. Есть этикетка с названием бренда. Вещь пошита хорошо, ткань средней плотности, шорты можно затянуть на кулиску. Меня очень сильно смущает размер, шорты не выглядят на вещь в размере 5XL, выглядят максимум на размер L. Покупатели в отзывах писали, что размерная сетка продавца не соответствует действительности, но я не предполагала, что настолько. В шортах есть карманы, они глубокие. Эти шорты мужу оказались маловаты, он в них с трудом влез, смотрятся они на нем как плавки для плавания, а вот сыну подошли идеально, несмотря на то, что шорты пошиты качественно, у них есть небольшой недостаток – много торчащих ниток. А теперь перейдем к технике. Заказала две пары наушников бренда Lenovo. Разница в цене у них небольшая – всего лишь $1. Наушники хорошо упакованы. Я не меломан и не блогер, который разбирается в технике и делает на нее обзор. Мой обзор содержит чисто субъективную оценку. Нравится мне звук или нет? Комфортно мне в наушниках или нет? Итак, давайте посмотрим, что же входит в комплектацию. В комплекте шнур для зарядки, пару наушников и бокс для их зарядки. В коробке осталась инструкция. Все упаковано отлично, выглядит стильно и добротно. К моменту выхода видео я уже протестировала наушники. Что могу сказать об этих наушниках? Звук у них тихий, но чистый. Есть шумоподавление. Микрофон работает неплохо, собеседник вас слышит четко. Сенсорная кнопка мне не понравилась, она очень отзывчивая на прикосновение. Случайно ее задел, и музыка выключается. Эти наушники доставлялись в отдельной упаковке. Как и предыдущие наушники, эти наушники также прекрасно упакованы. Не помню, какие из этих наушников дороже, а какие дешевле. По ссылке в описании вы можете ознакомиться с ценой продавца. Со скидкой наушники продаются только на сайте «Все за $1.99». Сейчас я их быстро распакую и продолжим обзор. На коробке есть полное описание товара. Так же, как и в предыдущих наушниках, в этих наушниках есть инструкция, шнур для зарядки. Наушники уже находятся в боксе, они прекрасно упакованы. Выглядят стильно. Дизайн мне нравится, прибыли они с полным зарядом, звук у них тихий, чистый, есть шумоподавление. Микрофон работает плохо, собеседник вас практически не слышит, сенсорная кнопка очень отзывчивая. Такая форма наушников оказалась для меня не очень удобной, для меня более удобными в носке оказались наушники с силиконовыми амбушюрами.
Мои прекрасные зрители, надеюсь, вам понравилась распаковка. Буду рада встретиться с вами в следующем видео.